Bugun o'qituvchi hokimlik tadbirlarining xizmatchisi. Учитель сегодня, прислуга на мероприятиях хакима, бесплатный сотрудник, собирающий по домам статистику, садовник, уборщица, официант и повар, обслуживающий комиссии, которые приходят в школу, массовка, заполняющая залы на скучных мероприятиях, сборщик информации от населения о кредитных и налоговых долгах, обязательный подписчик на печатные издания, ночной дежурный, школьный сторож. А школа? А уроки? А знания ребят? Как можно развивать образование в такой ситуации? Педагоги должны свободно мыслить, работать над собой и быть всесторонне защищенными. Мы сможем добиться этого только в том случае, если все общество будет против того, чтобы привлекать учителей к принудительному труду, разного рода дополнительной работе. А те, кто загружают представителей этой профессии еще чем-то, помимо их основной задачи, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности. Для этого разработан соответствующий проект закона, и в ближайшее время ожидается его принятие.